Всем привет, ребят! Сегодня мы поговорим о том, как же нам восстановить все-таки премиумную технику, либо коллекционную, и все в этом роде. В принципе, это нужно обращаться в центр поддержки на сайте World of Tanks Blitz официальном. Также можно в Wargaming найти все остальные их игры. Также там присутствует World of Tanks, большой брат, какой-то World of Tanks Valor, непонятно что, я даже не играл, Калибр и так далее, все остальные их игры. Но нам нужен сайт World of Tanks Blitz, заходим в центр поддержки, сюда, в принципе, вам будет сейчас это же окошко должно, сейчас оно загрузится, а нет, это у нас, что такое, грузится странно, долго грузит. Вот загрузила, а вот это окошко, я про него говорил, Wargaming Network, где вот эти все игры, их не есть, и обратиться в поддержку можно на их официальном сайте, кто в какую игру играет, и зависит, что вам нужно. Я вам просто, например, сейчас покажу, как нам восстановить танк в игре нашей любимой. Сейчас можно восстанавливать неограниченное количество, не как раньше. Раньше можно было только один танк в год, то есть вы продали танк, ждете целый год, чтобы восстановить свой любимый танчик, от которого вы сгорели, либо нелюбимый танчик, от которого вы в любом случае сгорели. Так, тут нам пишет, получается, игра, да, разные вопросы, что вам именно нужно. Нам нужно восстановить коллекционный или премиумный танк. Коллекционный тоже присутствует. Все это, в принципе, можно восстановить. Тут пишет вам, как восстановить, все в этом роде. Ниже, чуть-чуть пониже, ссылочка есть. Нажимаем на ссылочку. Сейчас она загрузится. Правила подачи заявки на столе техники там есть. Ну, в принципе, там все равно робот отвечает. То есть не отвечает, а восстанавливает вашу технику. Вы просто подаете заявку, и он ее восстанавливает автоматически. Раньше восстанавливали вроде бы люди, кто этим занимался, разработчики, я не знаю, или что-то в этом роде, на каждую заявку отвечали, скорее всего. А сейчас сделали все автоматически. Вот, хочу восстановить премиум танк. Так, продолжить. Нажимаем продолжить. Обработка заявки происходит с небольшой задержкой по времени. Пожалуйста, дайте обработки текущей заявки перед тем, как создать новую. Окей, хорошо. Создать заявку, и вы не должны присутствовать в игре. Как это делаете? Допустим, я могу восстановить ФВ-217 Баткер, он у меня был. Могу восстановить Могильщика, Мародер и так далее. Та техника, которая у меня есть. Здесь, в принципе, писать ничего не надо, я думаю. Это никто все равно читать не будет, просто выбираете танк. Но, в принципе, для приличия можете, образно говоря, написать там, ну, также там ФВ-217 верните моего друга. Там просто, образно говоря, написали. Отправляется заявочка. Чтобы отправить заявку, пожалуйста, подтвердите, что вы прочитали условия ниже. Согласно с тем, прочитали условия все. Обработка заявки происходит с небольшой задержкой по времени. Ну и так далее. Да, подтверждаю. Подтверждается это все. Но, допустим, премиум техника у нас восстанавливается вроде как за серебро. Вот мне написали, мы свяжемся с вами в ближайшее время, вы можете найти заявку в разделе «Мои заявки». А коллекционная техника устанавливается за золото у нас. То есть мой ФВ стоит 7500. 7500. А Могильщик 2500, и все, в принципе, танки стоят по-разному. Смотря за сколько вы их покупали, там еще пишется, в принципе, примерно плюс 10%, возможно, будет сверху забираться. Но это вроде как серебро и все в этом роде. Тут недавно я отправлял как раз вот договорные бои. Моя заявка закрыта. Вот. Сейчас я вам ее прочитаю, что они мне написали. По поводу... Ну, также вы можете подавать. Получается, вот когда вы видели договорный бой, тоже подать заявку. Там, в принципе, ничего сложного. Там все понятно на этом сайте. Это, в принципе, можно все легко найти. Вот. Они мне написали: «Приветствуем, Курасан. Нами будет проведено тщательное расследование на основании вашей информации по данному инциденту. К сожалению, политика компании не позволяет разглашать, какие именно меры принимаются к нарушителям
Однако вы можете быть уверены, что меры будут приняты, если факт нарушения правил игры подтвердился, а не подтвердится. Администрация проекта крайне негативно относится ко всем формам неспортивного поведения. Все меры принимаются согласно правилам игры. Благодарим вас за обращение. Заявка закрыта. Тут как бы я им отправил скриншот и отправил им реплей. Вот так же, в принципе, оно должно подаваться в такой форме. Только вот это, получается, мне отправили уже ответ. То есть они решили проблему, якобы решили. Не знаю, что они сделали. Возможно, заблокировали чат. Или, возможно, заблокировали до какого-то определенного времени. Не знаю точно. В принципе, все как бы я разъяснил. В принципе, все понятно, как установить танк. И на этом видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, ребят. Еще увидимся. До свидания.